Большой танцевальный концерт хореографических коллективов проходит на совхозной сцене третий год. Сначала участниками были коллективы Ленинского района, потом столичные артисты, с которыми сводилась судьба на конкурсах. Зазывали в гости и новых друзей. В этом году концерт обрел другой статус – фестиваля. Основная идея этого фестиваля – чтобы участники коллективов познакомились друг с другом, если они еще не знакомы были до этого, и подружились. Чтобы они чувствовали себя не в конкурсной как раз атмосфере, а чтобы вот это была атмосфера дружбы. Фестиваль хоть и не конкурс, но грамоты, приз зрительских симпатий и награды в разных номинациях все-таки были предусмотрены. Поэтому на сцену артисты выходили с настроем на победу. Танцу отдавались целиком, заряжая энергетикой зрителей. Зачем вы сюда приехали? Чтобы это выигрывать. Чтобы кубки получать, чтобы грамоты получать. Значит, для удовольствия. Именно для удовольствия. По этой же причине связали свою жизнь с танцами самые старшие участницы фестиваля – артистки коллектива «Созвездие» Центра культуры поселка. Коллектив был организован 3,5 года назад. Большинство его участников до той поры не увлекались хореографией. Однако это не помешало стать призерами сочинского фестиваля в этом году. Тренировки 3 раза в неделю, усиленные репетиции перед выступлениями – это объединяет. В общем, сдружились на самом деле. Сначала первый год было нам тяжело, потому что все разные. У нас было 3 группы, потом на следующий год уже 2 было. Но так как мы уже начали выезжать, показывать себя, мы сдружились достаточно близко. В этом году так мы прям не разлей вода. Общее дело всегда сближает людей, а тем более танец. Он, как и любовь, не имеет границ. Соединенные столь сильным чувством, артисты кружились в вихрях классического и современного, народного и эстрадного танца, забыв на пару часов обо всем, наслаждаясь музыкой и ритмом. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, «Видное ТВ».